Сегодня, 18 апреля, Церковь вспоминает перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея России, святых мучеников Агафопода и Феодула, преподобного Марка Афинского, преподобного Платона, исповедника Студийского, преподобную Феодору Солунскую, священномученика Николая Симо. Близится к концу Великий пост. По завершении Святой Четыридесятницы наступит особый период в жизни Церкви – Страстная Седмица. Она также предполагает воздержание телесное и духовное. Оглядываясь на 40 дней Великого Поста, можно самому себе дать оценку, как они прожиты, с пользой ли для души, или же что-то пошло не так. Авторитетное слово отцов Церкви и известных церковных мыслителей может стать ориентиром и помощником на пути воздержания и покаяния. Так святитель Иоанн Златоуст рассуждает: «Не говори мне, что я столько-то дней постился, не ел того или другого, не пил вина, терпел недостаток, но покажи мне, сделался ли ты из гневливого тих, из жестокого благосклонен. Если ты исполнен гнева, для чего тебе удручать плоть? Если внутри тебя ненависть, что пользы в том, что ты пьешь воду? Не показывай поста бесполезного, ибо один пост не восходит на небо». Святой Василий Великий предупреждает: «Берегись измерять пост простым воздержанием от пищи. Те, которые воздерживаются от пищи, а ведут себя дурно, уподобляются дьяволу, который, хотя ничего не ест, однако же не перестает грешить». Преподобный Исаак Сирин вдохновляет: «Пост есть ходатай пред Богом». Протопресвитер Александр Шмеман ободряет: «Возрастание в христианской жизни, увы, невозможно без горького опыта ошибок и падений. Как часто люди начинают поститься с энтузиазмом, но отпадают после первой неудачи. Я сказал бы, что настоящее испытание веры наступает после первого падения. Если после такой неудачи, уступив своему голоду и страстям, мы начинаем все снова, не обращая внимания на то, сколько ошибок мы совершили, то рано или поздно наш пост принесет духовные плоды». Первый московский патриарх Иов, в миру Иван, родился в 1525 году в городе Старица, что неподалеку от Твери. Учился в школе при Старицком Успенском монастыре. Здесь же в 29 лет принял постриг, позднее стал игуменом обители. В 1581 году Иов был возведен в епископский сан, а еще через 8 лет он стал первым патриархом московским и всея Руси. Будучи близким другом и сподвижником Бориса Годунова, патриарх Иов во всем поддерживал его политику. После смерти Бориса Иов убеждал москвичей хранить верность сыну царя Федору Борисовичу. Он всячески старался разоблачить Лжедмитрия I, который захватил царский престол. Сторонники Лжедмитрия лишили Иова патриаршества и заточили его в Старицком монастыре. В родной Старице Иов прожил 2 года. Новый царь Василий Шуйский предлагал Иову снова занять патриаршую кафедру. Но святитель был уже слаб. Он умер в 1607 году. Через 45 лет мощи патриарха Иова были обретены нетленными. Сегодня церковь вспоминает и чтит их перенесение в Успенский собор Московского Кремля. Мощи первого патриарха Московского хранятся там и поныне. Церковь прославляет святителя Иова. Его подвиг соединяет в себе и мирское, и церковное служение. Личная праведность, тайная аскеза, стремление к справедливости, христианское заступничество о пастве – за это в народе всегда любили первого патриарха Московского. Мы просим сегодня святителя Иова: моли Бога о нас. Святые мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках на рубеже 3 и 4 веков. Оба они служили в церкви, Агафопод диаконом, а Феодул – чтецом. При этом Агафопод был глубоким старцем, а Феодул – молодым юношей. Оба отличались праведной жизнью и благочестием. По преданию, однажды Феодул увидел сон. Неизвестный человек в светлой одежде вкладывает ему в руку какой-то предмет.
Когда юноша проснулся, то увидел в руке прекрасный перстень с изображением креста. Он решил, что это знак будущего мученичества. Поэтому, когда император Диоклетиан издал указ о гонении на христиан, Феодул, а вместе с ним и Агафопот, не боясь ничего, продолжали проповедь Евангелия. Правитель Фессалоник приказал привести христиан к себе, уговаривал их отречься, а потом приговорил к пыткам и казни. Мучеников заточили в темницу. Всю ночь они горячо молились, и под утро увидели один и тот же сон, будто оба плывут на корабле, который гибнет в буре. Но волны выбрасывают обоих на берег в сияющих белых одеждах. На следующее утро к ногам мучеников привязали камни и скинули их в море. Христиане нашли их тела на берегу, без камней и веревок, облаченные в светлые одежды. Мученики – основа и фундамент церкви. В память об этом в Русской Православной Церкви литургия совершается на особом платье – антиминсе, в которой зашита частица мощей святого или мученика. Это подчеркивает связь церкви земной, сегодняшней, и церкви небесной, торжествующей, состоящей из прославленных Богом святых. Сегодня мы вспоминаем святых мучеников Агафопода и Феодула и просим их: молите Бога о нас. Преподобный Марк родился в Афинах в 4 веке. В юности он изучал философию, а после смерти родителей удалился в Египет и поселился в пещере. 95 лет прожил Марк отшельником, не видя ни людей, ни зверей, ни птиц. Незадолго до смерти ему встретился инок Серапион. Подвижник рассказал ему о своей жизни. По преданию он спросил: «Есть ли ныне среди мира святые, творящие чудеса, подобны тем, как сказал Господь в Евангелии? Если имеете веру с горчичное зерно, скажете горе: перейди сюда, и перейдет». И в это время гора, на которой они стояли, сдвинулась почти на 3 километра к морю. Марк обратился к горе: «Я тебе не приказывал двигаться, но беседовал с братом, поэтому встань на свое место». И гора действительно вернулась на место. Серапион в страхе упал ниц, а Марк взял его за руку и спросил: «Разве ты не видел таких чудес за свою жизнь?» «Нет, отче», — ответил Серапион. Тогда преподобный Марк горько заплакал и сказал: «Горе земле, потому что на ней живут христиане только по имени, а не по делам». Прославляя преподобного Марка Афинского, церковь напоминает верующим слова апостола Иакова: «Делами вера достигает совершенства, вера без дел мертва». Сегодня мы вспоминаем преподобного Марка Афинского и просим его: моли Бога о нас. Преподобный Платон, исповедник студийский, родился в 735 году в Византийской империи. Мальчик рано осиротел, его воспитали родственники. Когда Платон вырос, то занялся имением, доставшимся в наследство. Благодаря его трудолюбию хозяйство процветало. Но однажды он выделил сестрам долю в приданом, раздал остальное имущество, отпустил слуг и удалился в монастырь близ горы Олимп. Свойственное его характеру усердие он проявил и в деле молитвы и послушания. Когда настоятель обители скончался, братия избрала игуменом Платона. Через 5 лет его попросили возглавить Никомедийскую митрополию, но игумен по своей скромности отказался. Он вместе с племянниками, среди которых был известный мыслитель, преподобный Феодор Студит, основал монастырь в местности Сакудион. Игумен Платон принял деятельное участие в 7-м Вселенском соборе. Он успешно обличал иконоборческую ересь и защищал почитание святых икон. Вместе с Феодором Студитом Платон выступил против императора Константина VI. Тот насильно отправил в монастырь свою супругу Марию и обвенчался с одной из своих родственниц, Феодотией. За критику императора Платон был заключен в темницу, а Феодор — сослан. Только после смерти Константина VI они получили свободу. Церковь почитает преподобного Платона Студийского за его твердость в вере, любовь к правде Божией и стремление к справедливости. Мы просим преподобного как самолитвенника, ныне предстоящего перед Господом: моли Бога о нас.
Святая Феодора родилась в 812 году на острове Эгина. Мать девочки рано умерла. Отец-священник принял монашество, а Феодору поручил заботам ее крестной матери. Семья была вынуждена покинуть остров из-за набегов пиратов и обосновалась в Фессалониках. Там Феодора через несколько лет вышла замуж. У нее родилась дочь Феописта, а затем еще два ребенка, которые умерли во младенчестве. Феодора и ее супруг как могли утешали друг друга. Они решили посвятить свою девочку Богу и отдали ее в монастырь. После смерти мужа Феодора сама приняла постриг. Ее отличало необычайное послушание, желание всеми силами служить другим сестрам. Она считала себя самым бесполезным человеком в общине. Даже когда Феодору по возрасту освободили от физического труда, она продолжала потихоньку носить для остальных воду. В обители Феодора встретила свою дочь. Та вскоре стала настоятельницей монастыря и духовной матерью для своей родной мамы. Феодора безропотно повиновалась ей во всем. Она почила в мире в 892 году. Вся община вдруг увидела, как старое морщинистое лицо Феодоры озарилось сиянием молодости. Известно, что икона святой и лампада над ее гробницей источали благовонное масло, поэтому святую Феодору иногда называют еще «мироточицей». Преподобная Феодора была известна своей праведностью еще при жизни. Сразу после смерти ее начали почитать как святую. По молитвам к преподобной Господь не раз совершал чудеса. Жители Салоник называют преподобную Феодору одной из небесных покровительниц этого греческого города. Мы просим сегодня преподобную Феодору о милости. Моли Бога о нас. Священный мученик Николай Симо родился в 1875 году в Эстонии в семье священника. Вскоре он переехал с родителями в Кронштадт, где его отец служил в православном эстонском приходе. Николай получил духовное образование, женился и стал служить для эстонской паствы в Андреевском соборе, самом крупном и красивом храме города. Вскоре он выступил инициатором строительства отдельной церкви для православных эстонцев. Его поддержал купец и благотворитель Николай Туркин и отец Иоанн Кронштадтский. Было куплено здание бывшей англиканской церкви и вскоре освящено как крестовоздвиженский храм. Там и служил настоятелем протоиерей Николай Симо, объединивший вокруг себя и церкви большую эстонскую православную общину. После революции его, как уважаемого священника, назначили настоятелем Андреевского собора. Первый раз отца Николая арестовали в 21 году по подозрению в участии в Кронштадтском восстании. Но вскоре освободили. Второй арест случился в 30-м. По делу было привлечено 64 человека, хранивших память об отце Иоанне Кронштадтском и часто посещавших Андреевский собор, который, по мнению властей, стал центром контрреволюционной деятельности духовенства. Протоиерей Николай отказался давать показания. Его приговорили к расстрелу. В 32-м году власти снесли Андреевский собор. В 2017 году крестовоздвиженскую церковь в Кронштадте вернули верующим, а в 2018 году в Санкт-Петербурге был освящен храм в память священномученика Николая Симо. Сегодня церковь прославляет своего новомученика и просит его: «Моли Бога о нас».